Ну что, приступаю к работе над дизайнерским щитом. Значит, вот это доски у меня отфуганены уже, лежали запасничок. Представляют они себе вот такой вот же, такие же доски, как от поддонов, от обычных поддонов, коим у нас в городе полны-полно. Я думаю, и в остальных местах их тоже хватает. Да, дырки. Вот, я взял 7 досок, подогнал их, вот, и буду из них уже делать щит. Дизайнерский щит. Вот. Ну, непосредственно все остальное вы увидите дальше. Так, ну что, сделал такие две импровизированные штуки. Вот. Я думаю, это будет вверх, это будет низ. Не столь важно, в принципе. Вот. И думаю, наверное, вот так я все сделаю. Для чего они нужны? Значит, это вот мой, как бы, моя выпуклость, по которой я буду дальше делать щит. Он будет у меня выпуклый. Значит, что я хочу? Кладу ее сюда. We'll be right back.
мне. Сделал я его именно под себя. Да, были кое-какие нюансы. Все раскрасил. Дерево, металл идет. Трафарет. Изнутри он выглядит вот так. То есть металлическая ручка обтянутая кожей. Кожа, которая держит непосредственно сам щит и локти. Вот. Что хочу, значит, сказать. Вот выглядит вот таким образом. Делал я его под свой рост. То есть вот если стоять, допустим, в шлеме, да, то он закрывает чуть ниже колена. Вот. Конечно, и были нюансы кое-какие. Я сейчас быстренько скажу, какие. Но так как я делал именно под свой рост этот щит, вот, его надо делать чуть длиннее. Просто делалось все на глаз. И как бы у меня не было ни точных размеров, ни конкретных там параметров никаких. Вот. Я делал именно под себя, именно защищал, чтобы колено, и полностью я закрывал лицо. Значит, и как бы у меня трафарет получился немножечко большой. То есть вот это вот дерево в центре, оно получилось немножечко увеличенное. Его надо было сделать именно немножечко поменьше. Но в целом я результатом доволен, так как им не сражаться, а он будет висеть на стене и просто украшать. С ним можно будет фотографироваться. Он не прямой, как многие вот думают, что вот он прямой. Нет, он не прямой. Он вот такой выпуклый. То есть я видел один ролик, значит, делал один малый такой же щит. Он сделал его быстро довольно-таки, сделал из обрезков. Но я посмотрел на это, он тут быстренько все склеил, срисовал по трафарету, все выкрасил. Ну и получился он не очень красивый. Я решил подзаморочиться, потратил время, делал не торопясь, обтянул кожей. Именно заморочился вот на выпуклость, он выпуклый. То есть не просто прямой, а вот именно выпуклый, чтобы было удобно. В принципе, меня все устраивает. Что хочу еще сказать? Ну, получился вот такой дизайнерский щит. Ну что ж, ждите моих новых видео на новые щиты. Буду стараться делать. Просто сейчас очень много времени уходит на другие дела. Вот. Ну, буду полигончику выкладывать ролики. Буду делать новые щиты и другие. Вот. А так, всем спасибо и пока. Thank you.